Сборная России по боксу заняла первое общекомандное место на чемпионате мира в Италии. Российские боксеры завоевали 8 медалей, 2 золота, 4 серебра и 2 бронзы. Чемпионами мира стали Артур Бетербиев и Егор Михонцев. Такое встречение не видел еще ни разу. Мы приезжали в 2005 году, было поскромнее. Кубинцы были хорошие, но мы лучше в любом случае. Вот это показали все. Командное первое место, это, я думаю, пример.